Законодательство допускает возможность передачи религиозным организациям музейных ценностей, напомнили в Московской Патриархии в связи с дискуссией вокруг Исаакиевского собора, передает Интерфакс. Этот вопрос регулирует постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 2001 года, согласно которому музейные предметы и коллекции, относящиеся к государственному имуществу религиозного назначения, передаются в безвозмездное пользование религиозных организаций в установленном этим документом порядке, заявила глава юридической службы Патриархии игуменья Ксения Чернега. Данный порядок включает подачу заявления религиозной организации о передаче музейных предметов и коллекций с приложением необходимого пакета документов и последующим заключением договора безвозмездного пользования.